телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщает, что охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта здравоохранения. В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 миллион граждан Российской Федерации. В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 миллионов человек. Получить направление на диспансеризацию легко. Достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале госуслуги или по телефону поликлиники. Поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает, что в их телеграм-канале размещено 10 полезных постов для граждан с инвалидностью и для родителей детей с инвалидностью. В них рассказывают, как оформить инвалидность, какие существуют меры поддержки родителей и детей с инвалидностью, как получить дополнительные оплачиваемые выходные, оформить электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации, бесплатную парковку для граждан с инвалидностью, как получить компенсацию за ОСАГО, а также ответы на другие актуальные вопросы. Администрация Красноглинского района в телеграм-канале рассказывает о судьбе Веры Петровны Назаровой, которая в 1954 году стала одной из первых жителей поселка Береза. Вера Петровна родилась в 1938 в Ленинграде. В 1942 году ее эвакуировали вместе с другими детьми в Куйбышев. Она попала в детский дом, но вскоре девочку удочерили. Окончив школу, поступила на библиотечные курсы. В конце 50-х приехала в поселок Береза и поступила на работу в партийную библиотеку. Жизнь навсегда связала с этим поселком. Вера Петровна Назарова имеет награды за активную жизненную позицию и вклад в развитие района. Администрация приглашает всех желающих присылать в предложку фото своих героев с небольшим рассказом о жизненных событиях для наших историй с пометкой «Мой герой».